конечно, сегодня в здравоохранении есть проблемы, есть над чем работать. Но вы посмотрите, сколько сделано за последние 10 лет. Успешно работают сосудистые центры, центры оказания помощи больным при дорожно-транспортном травматизме. К нам, в Чувашию, приезжают пациенты за медицинской помощью из других регионов. Я считаю, что при таком подходе у здравоохранения Чувашии, у медицины Чувашии достойное будущее.